Здравствуйте. Хочу рассказать о вот этих тактических штанах от компании TruSpec серии 24-7. Вот так штаны выглядят спереди. Справа. Сзади. Слева. Ну и опять спереди. Материал именно в цветовой гамме, какие выпускает компания. Койот. Хаки. Вот это койот. Хаки, такая сероватая, олива, и в оливе. Ну, койоты, и не помню, как олива, по-моему, даже, ну, и олива. 100% катон, в расцветке хаки, рипстоп материал. Поэтому будьте внимательны при выборе штанов, когда будете покупать материал. Будете покупать брюки. Ну, вот эти штаны немного так, на меня не мой размерчик, свободноватые. Поэтому они так выглядят мешковина на мне. Были бы чуть поуже, было бы мне в них, наверное, покомфортнее. Хотя летом в них, в катоновых, очень удобно, очень хорошо. Штаны не стесняют движений. То есть, очень удобные. И в них, особенно в жаркое время, так довольно-таки комфортно. Ну и начнем о карманах. Вот карман довольно-таки свободный, легко заходит. Браслет не сильно так и часы мешают. Карман довольно-таки объемный, но такой здоровый, широкий карман, два кармана. Дальше. Есть вот такие маленькие карманы справа-слева для фонарика, например. Ну или для ножика. Вот. Но единственное, что вот с темляком, когда не очень так удобно залазит. С темляка ножик удобнее. Входит и выходит. Задние карманы на липучках с клапанами. Боковые карманы. На основном кармане имеется маленький карман, в который можно положить какой-нибудь небольшой гаджет. И он вот так довольно так возле ноги, то есть не отводит штанину, ничего, и не болтается. Но я вот этот маленький свой Samsung тут ношу по лету. Удобно. Основной большой карман. Тоже на двух липучках. Плюс здесь пришит клапан к штанине, пришит и сам карман. Здесь карман вот сдваивается на липучке. Но эта липучка у меня часто расстегивается. Но если клапан закрыт, то она его придерживает, чтобы карман не оттопыривался. В кармане, в основном кармане, имеется два кармана, которые пришиты к брючинам. Вот в телефон 4-дюймовый свободно в чехле в него входит. И довольно-таки удобно, вот особенно вот передний. Телефончик удобно лежит, как бы защищен сбоку. Ну, а только вот от боковых ударов, если где-то ударится. А так, если в автомобиле или еще где-то сидишь, то удобно доставать, удобно переносить его. Здесь вот два таких кармана, пришиты к брючине. Но они по ширине здоровы, даже, ну, наверное, автоматные магазины сюда. Это для автоматных магазинов, наверное. М16 или АК. Ну, я их использую под телефон. На коленях у брюк. Дополнительное усиление в качестве куска ткани. И изнутри есть прорезь для того, чтобы вставить наколенники. Штаны. Нигде нитки не пошли, по швам не пошло. Эти штаны у меня уже, наверное, ну, год четвертый. Да, наверное, год четвертый. Но я их использую только в теплое время года. Ну, где-то вот с конца мая, июнь. И до осени, там, до сентября, пока там дожди не пойдут, слякоть. Вот. Поэтому по качеству они довольно-таки хорошие. Но я думаю, что да, рипстоп еще живучий, чем просто катон. Змейка. Змейка металлическая. Никаких проблем со змейкой не было. Вот. Ремень. Застегиваются брюки на заклепку. Крючочков металлических нету. Шлейки широкие, ну где-то 4,5 сантиметра. Ну и портупея офицерская, он ходит спокойно. Также
Есть вот резиновые утяжки внутри, закрытые тканью. А вот пуговица есть. Вот я забыл про пуговицу, я просто очень редко пользуюсь ею. Вот пуговица и на заклепку изменку. Вот, про эти резиновые утяжки. Никакого дискомфорта не вызывают. Так и так, нежно сидят у тебя на талии. И никаких проблем с ними нету, довольно-таки удобно. Вот все, что я хотел сказать, рассказать об этих штанах. Да, вот это единственное, что размерчик не может. Надо. В следующий раз возьму поменьше. Вот это я все, что хотел рассказать о штанах своих. В принципе, их доволен ими. Ну, использовать их можно. То есть не жалею, что я их приобрел. Все. Большое спасибо за внимание. До свидания.